В Пинском районе продолжается заготовка кормов. Уборка трав идет полным ходом, фактически от рассвета и до заката. Для тех, кто занят на зеленой ниве, как раз цифры пока не главное. Самая горячая мысль – убрать траву с полей вовремя. Ведь на счету каждая минута, погода решает практически все. Стартовала зеленая заготовка на полях еще с весны. Основной фактор – погодные условия, от которых сегодня все и зависит. Жаркие солнечные дни только в радость, чтобы успеть собрать траву без потерь. Главное – время, потому что чем раньше получится заложить травяные корма, тем выше будет их качество. Урожайность в этом году выше – на 2,1 центнера кормовых единиц на условную голову больше, чем в прошлом. Хозяйство у нас большое, по заданию у нас 25 тысяч тонн сенажа надо заготовить. На сегодняшний день мы заготовили 18 448 тонн сенажа и 2608 тонн травяного силоса. Ну и также 212 тонн сена на сегодняшний день, на 3 августа заготовлено. Летний день кормит год. Народная поговорка для работников сельского хозяйства, занятых на заготовке кормов, весьма актуальна. Количество молочно-товарных ферм и, соответственно, поголовье крупного рогатого скота увеличивается. Значит, возрастает и потребность в запасаемых кормах. Только дойное стадо в ОАО «Плещицы» составляет 2000 голов. Все идет по плану. Стараемся вперед и вперед. Но с Божьей помощью, я надеюсь, все будет хорошо. Техники занята на сегодняшний день одна косилка, плющилка, на отвозе 5 единиц и измельчитель Ягуар 890. До окончания заготовительных работ на Пинщине еще время есть, но и после этого трактористам будет не до отдыха. На очереди заготовка кукурузного силоса.